Бедный скворец. Не, ну он нормально, они на него не реагируют, поэтому я его не стала сегодня выносить. О, малыши мои, сладкие маленькие малыши. Вам друг без друга плохо, а вместе страшно, да? Не, они хорошо играют, у них все перспективы, очень быстро они будут вместе. Но ему очень нравится. Ну, короче, видишь, они как исследуют. Ему тоже надо воды налить в его комнату. Сделай, пожалуйста. Так, мне нужно туда. Иди, иди, иди. О, они не тронут им. Зевс, иди сюда. Мама здесь, мама. Здесь мама, здесь кошки, здесь все нормально. Иди, не бойся, они не тронут сейчас. Им нормально. И вместе весело. И им ты не так интересна, как... Ну, я бы так не сказала. Не бойся, они заняты. Ну, ты не такая толстая, как ты вот о себе возомнила. Нет, я не возомнила, я точно знаю. Все, вознеможение? Будешь у медведя кошку воровать, да? Сынок. Кран тебе подключим? Ну, все, я думаю, что завтра попробуем вместе их совсем поселить. Да, малыши. Сюда надо мыться, вперед. Тик-тик-тик-тик. Все хорошо. Оба, оба. Это хорошо. Так, я пошла уберу у них, пусть они общаются.